Так, ну что, пятница. Пора что-то подумать на выходные. Бросить на гриль. Сейчас найдем вкусные стейки. И что-нибудь приготовим. Так, ну что, определимся, наверное, вот на этом. 4 стейка, 46,85. Друзья, всем приветик. Сегодня у нас воскресенье, 10 апреля. На улице идеальная погодка. В пятницу я после работы купил стейки. Вот, и вчера хотели мы их сделать, не получилось. Был такой пасмурный день. Сегодня идеальная погодка. Солнышко, тепло. И время подкрепиться. Сегодня мы открываем сезон стейков на нашем бэк-ярде. Эти стейки я купил в Costco. Самые обыкновенные, простые стейки. Обычно я использую приправу Chicago Steak. Такая приправа. Но сегодня Марина мне порекомендовала вот такой prime rib для beef and pork, для говядины и свинины. Вот такую приправу. Наносим приправу с двух сторон на стейки и оставляем на полчаса. Вот так, таким небольшим слоем наносим нашу приправку. Здесь много-много всяких ингредиентов. Втираем ее в поверхность. Делаем такие вращающие движения, приятные для стейка. Пусть он расслабляется, получает удовольствие. Типа массажика. Можно делать вот так. Любителя. А, это шутка была. Пока стейки маринуются, подготовил гриль к работе после зимней спячки. Все вымыл, помыл, приготовил, почистил верхнюю решетку к прожарке. Так что все ready to go, все готово. Температура дошла до 100 градусов по Цельсию. Пора наши стейки, они уже замариновались. Кидаем на гриль. О, кабанчики такие. В общем, 10 минут на одной стороне, 10 минут на другой стороне. Я думаю, будет этого достаточно. Поставил часы на 10 минут, таймер. Можно идти отдыхать пока. Технологии нам в помощь. 10 минут прошло. Проверяем наше мясо. Ух ты, красавцы, а? Переворачиваем. И 10 минут с другой стороны. Отлично, отлично. Прозвенела сирена. 10 минут прошло. Парни готовы. Я думаю, пора их уже снимать. А, прям сочок, такие джузи, сочные парни. Так, ложим их в кастрюльку. Пусть они немножко постоят, отдохнут. Стейки постояли 10 минут, насытились своим соком, пора трапезничать. Знаешь, прям пар такой. Ух ты. Брокколи, это аспарагус. Сегодня погода просто нас балует, да? И это маслица, да? Ну, я бы сверху полила на этот, на стейк немножко. Угу, отлично.
Все? Все? Да. Так, ну что, ребят, глянем, что у нас получилось. Вот такая красотулька. Помидорка аспарагус, стейк и спонсор сегодняшней программы, конечно, Балтика.